Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Planet Explorers. Последним заданием у меня было того, что найти вот здесь рюкзак. Я его отнес на базу, и мне сказали, приведи нас к дереву, и мы продолжим. И вот я веду этого Чена туда дальше, куда-то вот он, вот сюда вот вопросик такой, сходим туда, сейчас посмотрим, что там. Плюс некоторые рецепты я получил, так, ну, быстренько парочку мелких заданий выполнил, в принципе, ничего не изменилось. Так, понятно, отлично, я уже отсюда, и вы, наверное, видите, что-то там. Если это издалека такого огромного вида. Так, вот эти вопросы, конечно, они раздражать будут. И... Так, вот этот вот мне. А вот этого мне, кстати, мне, по-моему, нужно убить вот этого монстра по заданию. Вот килл. Давайте попробуем. Сагрим сейчас моих девочек двух. Пускай они его порешают. Конечно, повозиться с ним придется, потому что... Как видите, от моей винтовочки урона вообще очень мало. Ну ничего, как минимум я с него должен сметь очень много. Так, куда? Ну ладно. Сделаем скидку на баги, глюки и тому подобное. Я там вижу какие-то драконы-птиц. Но это из старой версии пока что. Новых я никаких монстров не встречал, но все-таки они страшные. Они довольно мощные, со скиллами, то есть они каким-то типа звуковым эхо бьют или что-то в этом роде. Кстати, вот и этого монстра мне тоже надо убить. Вроде бы 212 патронов должно хватить, давайте убьем. К сожалению, здесь нету смысла там стрелять в голову или там другой какую-то часть тела, то есть нанести. Опять исчез куда-то. Я не знаю, почему так происходит. Скорее всего, это происходит из-за того, что мои, ну, мои как бы две девчонки, они туда-сюда бегают, и вот он как бы от этого просто пропадает. Скорее всего. Да. Когда я первый раз проходил, там были как бы, ну, разрушенный храм, либо что-то такое... Какая-то постройка инопланетян разрушенная, так сказать. Оп, все отлично. То есть... И похоже, там ничего не изменилось, но все же. Вот эти птицы здоровые, мне их придется убить, притом убивать придется по одной. И то есть лично, потому что они летают, а у моих, так сказать, девочек нету стрелкового оружия какого-то, чтобы противостоять этим дракону каким-то прям. Ну вот, по заданию, как видите, здесь довольно-таки какая-то храмовая часть, там вон, здесь что-то такое, какой-то... Ох, классно сделано планеты, ох, офигенно. Луна прям очень красивая здесь. На самом деле сейчас утро, я уж так сказать. Давайте попробуем. В принципе... О! Я довольно эффективно в них попадаю. Главное в них попасть, собственно говоря. Ха, я так их и расстреляю. Я даже вот смотрю, он почему-то летит. Скорее всего, то, что торчит скала как бы перед ним, он, скорее всего, в нее как бы заглючил и поэтому не хочет дальше лететь. Это хорошо. Я всегда рад пользоваться такими мелкими глюками. Ну и то, что они есть, тоже расстраиваться не нужно. В любой игре, тем более та, которая... дорабатывается постоянно. Сюда есть такие глюки. Ну вот видите, вот этот сразу полетел. Так. Ну, я так понимаю. Нифига он здоровый. Ему, по-моему, даже никаких скиллов не нужно. Ему просто надо. Просто на меня нужно скушать. Вот и все. Все, отлично. Отлично, отлично. Ну, к сожалению, кожи очень мало вот с них получается. И я не могу все скрафтить себе. Стоящую одежду, ну и плюс я не хочу какую-то крафтить, ну, допотопную. Я хочу скрафтить сразу получше что-нибудь, поэтому коплю сразу кожу. Думаю, благодаря винтовочке. Надо будет, кстати, посмотреть, какие ингредиенты у меня я уже могу делать для оружия. Может быть, я вполне могу себе, ну, собрать какое-нибудь оружие. Вот-вот-вот-вот. Скилл, как видите, половина жизни. Еще одного удара я не выдержу, да. Вот я умер. Это не страшно, потому что пока у вас есть... Вот такие вот шприцы, вы можете встать
везде, где угодно. Также этими шприцами вы можете воскрешать своих компаньонов, то есть охранников или неписей, которые с вами будут ходить. Так, давайте восстановим жизни, давайте восстановим еду, потому что все-таки кушать-то хочется как-то, да? Так. Вот, к сожалению, вторая птица исчезла. Да, если мы далеко убегаем от цели, они... Ну, как бы от трупа. Во-первых, когда их много, они быстро исчезают. И когда мы далеко убегаем. Ну, или просто они долго лежат. Но, к сожалению, вот пропал трупик. Жалко, мало здесь таких вот построек. Жалко, здесь, допустим, нельзя какой-нибудь клад найти. Хотя, кто знает, может быть, что-то такое есть. Вполне может быть, здесь можно покопать и найти какой-нибудь, к примеру, клад или что-то в этом роде. Вполне же может быть такое. Думаю, почему бы нет, да? Было бы очень круто или интересно такое что-нибудь найти. Так, мне нужно поговорить с неписем, так сказать. Это какая-то площадь была, прям амфитеатр. Ну, в принципе, постройки-то древние, то есть в плане не технологичные, а именно древнючие. Может быть, просто старый. Так, и куда ты? Я так понимаю, все. То есть у меня осталось задание вот сюда вот прийти, поэтому давайте телепортнемся вот на эту точку. И от нее побежим уже. Это бы облегчило всю... Так, все эти передвижения. Ну и в принципе просто на транспорте здесь прикольно ездить довольно-таки. Хоть и... Как сказать... Неровности дорог они мешают, но... Это как-то второстепенно все-таки в какой-то большей степени. Кстати, надо... Выставить сюда вот эти штучки. Кстати, а сколько жизней-то в общей сложности? Это у меня 500 жизней. Мне дали за выполнение этого задания дали рецепт железного меча и железного щита. Но, по-моему... Кстати, нет. Сейчас посмотрим. Да. Я уже где-то их купил и где-то приобрел. Ну, в предыдущей серии, по-моему, вот у... NPS, который у меня до этого был, с которым я вел, и вроде бы у него продавались, я это купил и сам уже сделал. То есть тут как-то вот в компании не сбалансированно это даются предметы. То есть вы разговариваете с NPS, который вам дает квест на эти предметы, вы тут же у него можете купить. А так как здесь, ну вот эта валюта мяса, оно добывается очень элементарно. Ух ты, это что? Это что такое? Так, я такого... Я такое уже встречал, и... Это как бы... Да, я просто голову не видел. Но по квесту мне не его нужно убить. По квесту мне нужно убить... Что-то другое совершенно. Как раз-таки вот, по-моему, последнего, который исчез, по-моему, его. А этот, он мирный вроде. Хотя нет, смотрю, что-то такой... Дергается вроде в мою сторону. Ну, по крайней мере, раньше был мирный, и вон там он, я вижу... монстр типа, как бы, ну, мишки местного, что ли. Ну, просто похоже очень. Конечно, он такой, видите, я вот не про этого сразу говорю. А вот вон ходит. То есть у него челюсть побольше так-то. Ну, и здесь он такой грознее такой. Оп-оп-оп. Кстати, что-то я не помню, чтобы они стрелялись раньше. И огнем пышет, нифига себе. Я помню, что они дрались. Как-то... Может, я что-то ошибаюсь? Так. Такой, как бы, даже быка... Быка-медведь какой-то. С дополнительными руками. Ого-го, сколько... Я же вам говорил, чем глубже проходить в остров и дальше проходить по игре, в принципе, как видите, животных можно прям стада целые встречать, и потом уже, когда у вас будет хороший транспорт, с хорошим оружием можно просто приезжать и вырезать, так сказать, из пулеметов все, что здесь есть. Здесь, конечно, вот это очень круто. И жалко, компанию вроде бы нельзя по сети проходить. Вот. Вроде бы. Я не буду утверждать, я не пробовал, потому что не с кем. Но вроде бы нельзя, нельзя именно компанию проходить, потому что очень было бы прикольно. Надо... Так, это как бы
мирный монстр, но по крайней мере на вот на сейчасшний момент это как бы мирный самый большой монстр, его можно убить, как бы он там атакует очень, что это он делает, очень сильно и больно. И скиллы у него есть, он по земле там ударяет, так, ну как-то страшно, я его трогать, конечно, не буду, потому что он мне наваляет по самой не хочу, и как бы придется только уходить потом на базу. Давайте, я почти уже пришел, и по-моему, если я не ошибаюсь, тут тоже какая-то будет постройка такая древняя, ну то есть какие-то развалины, руины, либо метеорит, то есть новые ресурсы мне дадут возможность добывать, вроде бы, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Почти уже добежал. Честно говоря, здесь уже даже вот, ну, в этой игре очень прикольно даже просто, ну, не знаю, как вам, но лично мне даже вот именно просто прикольно путешествовать. Конечно, на машине было бы быстрее в несколько раз, но все же. Да, по-моему, да-да-да-да, вот там, по-моему, метеорит упал. Да. Вот этот вот значок на карте обозначает, что здесь, в этом месте можно найти ресурсы. То есть у меня еще один NPS. Даже два. Look, еще выживший. Да-да-да. Привет, чувачки. Hey, ну тут какой-то сюжет. Я даже, честно, я не буду пытаться его изучить, придумать и там перевести или как-то вам, ну, сказать, рассказать, потому что ну, я... Так, нет, я не буду брать, потому что это похоже куда-то бежать. И вот мне предлагают что-то скрасить, то есть, я так понимаю, у нее есть возможность уже крафта каких-то... Да, первую машину, собственно говоря, у нее и можно сделать. И, похоже, если я возьму у нее квесты, то, скорее всего, она мне за эти квесты и отдаст что-то. Ну, какие-то... Еще квесты, смотрите, прямо тут. То есть, какие-то... Сейчас посмотрим. Во-первых, она мне дает броню из... меди. Так, из меди. Потом некоторые новые ресурсы. То есть это серебро, топливо, петролиум и зинк. Батарейки. Отлично. Так, а ты у нас что? Так, нет, я пока не буду брать. Я давай посмотрю, что у тебя можно сделать. Во-первых, он может нам делать железный топор, железные инструменты. В общем, все из железа. По-моему, это очень круто. Я сейчас куплю рецепты железные, так. Но самое главное, здесь можно у него купить вот этот head lamp. То есть это лампа на голову. К сожалению, ее просто только купить можно пока что. Кстати, у меня вот это вот записано вроде. Где-то я получил рецепт на гранаты. Это очень отлично. Так, что у нее еще есть? Просто лампу можно. Крем клорид скрипт. Посмотрим, что это такое. Нет, продавать не буду. Ну и фонарик. То есть вот этот приборчик, вот этот вот head lamp, его можно завязать, и он как бы одевается на голову. То есть это... фонарь на голове, и очень выгодный, и очень крутой, мне кажется. Так. Конечно, мне дали задание. Скорее всего, давайте посмотрим, что за него дают. Так, убить этого суперздорового какого-то монстра, похоже, типа быка того. Так, и вот за добычу добычу дерева и резины мне дадут колесо. Рецепт колеса. В принципе, вы сами видели, я могу это колесо просто купить. Да, рецепт. И смысл то, что они вот мне именно квест этот дают, именно как бы его... Я, в общем, не вижу. Здесь как-то вот неправильно, что ли, как бы такое, ну, такое ощущение, что неправильно сделаны вот эти квесты. Ну, как бы они, как бы это... Я даже не знаю, как правильно выразиться-то. Цена ихняя не стоит того, чтобы выполнять этот квест. Кстати, вон там, вон вдалеке, вот там, вот я вижу корабль. Еще один выживший.
Это очень отлично. Кстати, мне опять дали какие-то куски, я не знаю, похоже, вот за то, что я доведу человека. Так, вот этого рабочего Лао нужно будет до туда довести. Так, нужно ей вот и рубер, это резина. Рубер это резина вроде бы, да? Я вот не помню, только она крафтится, либо... Так, давайте посмотрим. Крафтится, либо... достается, то есть, из каких-то деревьев. Так, во-первых, для того, чтобы проэкспериментировать, мы скрафтим себе железные инструменты, потому что они намного эффективнее становятся. Так. Гранаты. Я точно должен их получить по какому-то квесту, и когда я их получу, тогда я и покажу, как ими пользоваться. В принципе, это очень эффективное, ну, оружие, так сказать, против ваших врагов. Ну и фонарик на голове. Прям вообще крутой. Иногда, то есть, как, похоже, раз в день, ну, как бы, раз в день игрового времени, раз в день игрового времени обновляются магазины у всех NPS, которые вы нашли. И вы можете этот фонарик купить. Как видели, рецепта у него на этот фонарик не было, а вот именно сам фонарик был. Поэтому вы можете потом еще там через 2 дня купить еще 2 фонарика и добавить, ну, можно одеть их на голову своим напарникам. В данном случае у меня 2 охранницы, моим девочкам. Во, все, резину нашел. Сейчас вот еще вот это дерево срубим. И они как бы дополнительное освещение будут давать и... Ну, как бы и руки не занимать. Можно, в принципе, им прям фонарики дать в руки. Они будут освещать, но мне все-таки нужно, чтобы они как бы дрались, а не светили меня. То есть свет это второстепенный для них будет. Ладно, я, наверное, сейчас всю серию посвящу к тому, чтобы добыть вот эти вот части, части автомобиля все. И плюс надо будет, конечно, добыть ресурсы, то есть топливо и тому подобное. Так, а теперь мне сталь надо сделать, а сталь, она, то есть стали ей еще нужно. Сталь это точно ресурс, который нужно делать. Только вот, а только вот у меня рецепта на сталь-то и нету. Так, оп, не то, прошу прощения. Так, реально рецепта на сталь-то нету. То есть я не вижу сталь, чтобы можно было делать и купить. Так, как, конечно же, колесо мне дали, отлично. Но больше пока рецептов нету. Скорее всего, надо выполнить задание вот этого Лео. С ним пока, к сожалению, с ним уже нельзя разговаривать, потому что нужно выполнить задание, ну, привести его вот в ту точку, куда он говорит. Вот сюда, через реку. Так, сейчас я еще раз посмотрю все-таки, есть ли... Потому что, ну, вроде бы должен... Нет. Есть колесо. Так. Ну, даже не знаю. Скорее всего, я прям в этом уверен, что туда вот в лагерь, если я приведу этого Лео, то мне дадут там рецепт стали. Ну, либо, скорее всего, я у кого-нибудь смогу его купить. Конечно, сейчас давайте-ка я добегу до туда. Вот первое прям явственное изменение, так сказать, в игре. Раньше вот эта река именно здесь была, и я так надеюсь, что теперь и в сети по-другому совершенно. Тут просто такая как бы ровная скала была, вот такая вот прям. Сейчас я не знаю, как с ней надо будет посмотреть. Вот здесь раньше ровная скала, то есть был как бы вырезан, что ли, эта река была. Очень некрасиво было сделано, а сейчас видите, как сделано. Грамотный, пологий такой спуск, хороший, красивый. Это очень отлично. Ладно, я практически прибежал. Вон, ураганчик даже начался. Ну, дождь. Классно сделан, очень классно сделан дождь. Такое прям реальное ощущение. Когда вы бежите, прям реально так как будто заливает. Но, к сожалению, это происходит даже тогда, когда вы находитесь под крышей или в пещере в какой-нибудь. Так что, ну, вот это есть, в этом есть небольшой минус. Так. Но здесь вроде бы сначала я должен какой-то квест выполнить перед тем, как появятся NPS. Да. Надо будет вот эти мишки
Давайте спасем. Ничего, подольше чуть-чуть снимем серию подольше, но ничего страшного в этом я не вижу. Давайте, давайте. То есть, как бы, то ли от мишек спрятались. Да, вот. Как раз мне вроде бы нужно их убить по заданию. Ну и кожа, кстати, вроде бы с них должно быть так прям-таки неплохо падать. Три штучки, очень отлично. Ах ты, не успел. Сейчас быстренько выполню. Там, по-моему, кстати, некоторые NPS-ы, если их убьют, если их убивают монстры, там, животные, не знаю, инопланетяне, кто угодно, то они больше не восстанавливаются. Они умирают навсегда. Некоторых NPS можно восстановить. Очень классно. Так, это у нас охранник, то есть у него не бывает квестов или торговли. И вот торговец. Так, стали нет. К сожалению, стали нету, не знаю почему. Привет, привет. Нет, все отлично. Сталь есть у этого мужика. Так, кстати, вот, я не пойму, вроде бы я покупал этот уже сканер. И вроде бы завязал. Ну ладно, сейчас быстренько вот проверим, кстати, прям-таки. Посмотрим. Да, все, есть нужные материалы. Так, спокойно. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии я уже буду на транспорте, поэтому обязательно смотрите. И ставьте лайки для этого. Ну, как минимум 10 лайков. В принципе, все зависит от моего, конечно, настроения. Я могу снять и без этих лайков. Так что, ну, тогда я пойму, что и вам нравится. Поэтому ставьте лайки как можно больше. Поэтому подписывайтесь на канал, советуйте друзьям. Игрушка стоит того, чтобы в нее поиграть. Прям реально интересно. И вот этот большой открытый мир, конечно, просто поражает здесь. Оставляйте свои комментарии, может быть, варианты какие-то, что, как лучше сделать, или каких-то новых апгрейдов, или еще чего-то, я не знаю, может быть, я просто чего-то не знаю. Поэтому пишите. С вами был Невгорн. Всем всего хорошего. Пока.